18 июля, станция Подстепный. Вот провожаем Владимира. Вы куда едете, Владимир? В Иркутск возвращаюсь. К кому? К себе, к свой, домой. Домой. Как вам здесь, понравилось? Замечательно. Все. Но вы не первый год приезжаете? Я второй год уже. Второй раз. У вас кому-то какие-то претензии есть? Никаких. Никаких. Дай бог, и ко мне, если нет. Слава богу. Вот уже шумит он там, едет. Николай Георгиевич здесь. Он еще был далеко-далеко, а уже слышно. А видно уже фонари. Не помню, какой за сзади начинается и впереди другой. Вот это еще время еще неизвестно, когда Господь сказал: приду. А еще далеко-далеко, может быть, но уже слышно. Уже какие-то отголоски и видны какие-то знамения Его прихода, Господа нашего. Так же, как и этот поезд, он был далеко-далеко, но он идет, его слышно. Но его не видно еще. Доброе утро. Доброе утро. Надолго. Надолго. Не горки. Как это будет? Доброе утро. Доброе утро. Заходим. Заходи, не стой. Это 22-й вагон. Там разберешься. Сумки. Все с Богом. Николай Георгиевич, благословите поезд, чтобы брат Владимир успешно доехал. На поезд поверни. На поезд поверни, Господи, помилуй нас. Машиниста и всех тех, кто находится в поезде. Завтра, Владимир. Аминь. Аминь.
14 вагонов. Все, слава богу, за все.